Пацаны, к нам бегут! Нет, они... Так, одного убил. Минус два. Блин, попал один раз, но очень тяжело. Дайте с базуки долбану. А спонсор этого видео – опасные сервера Авантюрнет, которые позиционируются для выживания. Три сервера с карты Pay, Вашингтон и Pay, если вдруг одного острова тебе мало. И сейчас создатели проводят розыгрыш, где ты можешь выиграть киты или 300 рублей на баланс сайта. Ссылка в описании. Привет, с тобой Теспи, я буду играть с подписчиками, точнее не с, а против подписчиков. Это все ребята, я буду играть против них. Но вместе со мной будет два человека, с которыми, можно сказать, я начинал свою YouTube-карьеру. Вот мы вместе снимали сериал. Чуть позже мы с ними поговорим, они еще в Дискорде сидят, там что-то пытаются развиваться, они где-то в центре карты, и это у нас интересно последить, что делают подписчики. Хей. Что, Жень, как они отреагируют, вопрос? Я решил на вас поглазеть, собственно, мы будем играть против вас, ваша задача убить меня, вместе со мной в команде будут еще два человека, это не просто люди, которых я случайно выбрал, это, можно сказать, олдфаги, с которыми я начинал YouTube-карьеру, и ваша задача объединиться против нас и попробовать нас убить, а мы будем сражаться против вас и посмотрим, что случится. Вы скажите мне, вы хоть раз были во Владивостоке? А теперь можете сказать, что были, потому что эта карта Владивосток. Все, удачи, ребята. А я пойду. Все, собственно, видите, они уже в команды объединяются, их много собирается. Витя, пожалуйста, я понимаю, ты давно не играл, но прими, пожалуйста, телепорт. Пожалуйста, я тебя очень прошу. В смысле, он сзади тебя. А, привет. Я думаю, меня убить хотят, за мной гонятся. В общем, смотрите, это Витя, это Егор. Вместе с ними, можно сказать, мы начинали. Ну, вообще так и есть. Снимать сериал, это первое видео, которое у меня вышло на канале. Витя делал карту, Депеш, может быть, кто-то помнит. Егор, ну, как и Витя, помогал в съемках, в организовке и всем прочем. В общем, можно сказать, мы одни из тех, кто создали сериал. Такие пироги. Мы, по сути, были вместе еще до того, как ты вообще начал видосы снимать. Ты так говоришь, как будто мы какая-то семейная пара. Так, у нас, между прочим, трое, в смысле пара. Ну, с вами я давно не играл, а вы все время вместе, как бы. Я ничего против не имею. Ой, тут мега-зомби. Витя, это было опрометчиво. Просто уби... Блин, у меня оружие пропадает. У меня есть, короче, не у штаны. Волнами. Сзади. Ты, получается, Витя, так долго не играл в Авантюрнет, что ты даже не знаешь, что это за зомби такой? Да, кроме огненных и невидимых, нет, я не знаю других. Есть, получается, электрический, который шпыляет молнией, есть огненный, не просто огненный, а который изо рта пыляет пламенем, да. Он стреляет прямо как огнемет. В общем, давайте мы уже будем как-то разодоривать ребят, которые зашли. Это же подписчики, надо их убивать, чтобы они немножко разозлились, потому что они как-то пассивно играют. И нам надо пройти на локацию. Вообще-то, это карта Владивосток. Карта сделана, вот она такая одна, вот с этой картой. Ну, в общем, сервер сделал для себя карту специально. Давай тогда мегазомби попробуем убить. У меня еще патроны есть, мы же его прокоцали. У вас оружия нет, что ли? У меня есть хардбрейкер, 3 патрона. Ну, так стреляй! Ну все. Ну у меня тоже все. Сколько он живет? То есть можно как бы на краю его этой. Я не знаю, в чем проблема. Это было опрометчиво. Ну ничего, я заберу твою пушку. Тут прям жесть какая-то. Я не знаю, что это, кто это строил вообще. Надо уходить отсюда. Погоди. Эти палатки, это же... Их же нельзя строить. Сейчас можно строить все что угодно. Сейчас можно и палатки, и так далее. Сейчас столько модов. Ты просто так давно не играл. Ты вообще уже в Авантюрнет не шаришь. Вот 2.2.5, конечно, ты профессионал. А тут вообще... Смотрите, тут это вот получается тюрьма. Тюрьма, скорее всего. Да, это тюрьма, и тут надо... Ну, я тут и заспавнил. Тут электрический мегазомби. Тут уже трупы валяются, наверное, твой. Ну, я тогда даже буду собирать одежду, которая тут валяется, потому что, как бы, бинты нужны. Вообще ничего нет. У меня один патрон есть, но я никак не помогу вашему с мегазомби. Беги. Зачем? Вы только пришли лутаться. Я думаю, то, что мы тут как-то сможем PvP-шить или что-то такое, тут прям даже вот на таком сервере с модами прям чувствуется то, что надо выживать. Нифига со стороны это смотрится. У меня есть 35 патронов на кобру, но... Видимо, под тобой.
35 патронов на кобру, ты, если все в голову, да, что это по 100 хп сносит один патрон. 3500 ты сможешь снести. По идее, ты его убьешь. А давай спросим автора карты, сколько хп он вкрутил эту бегазуль. Может, у него 10к? Да я думаю, все нормально будет. Не, ну ты хочешь, я могу попробовать. Да, давай всади все в голову. Так, я все в него высадил. Все ровно в жбан. Сколько у него хп, господи. Нет, не достаю. Там аирдроп летит. Погнали, аирдроп, кстати, должен около нас скинуть, потому что самолет летит прямо на нас. А там уже край карты будет. Он всегда скидывает в самом конце. Вон он скинул прямо. Да, прямо над нами. О, ребята, пожалуйста, найдите пушку. У меня только один патрон. Мы никак не защитим. У меня тоже кольца одним патроном, так что все довольно честно. Блин, а вы хотите прикол? Походу ящик упадет на мегазомби. Ты чё, он на крышу падает? Прям реально на крышу ровно. Где он, на крышу упал или тут куда? Тут уже бежит, слышишь? Я слышу, тут уже бегают. А, я вижу, он на крыше. Ты понимаешь? То, что мы не знаем, как на эту чертову крышу. Ползет один. Уже наверху? Убивайте его. Дал ему один хэд. У меня вопрос, почему вы еще не нашли вход? Ух ты, больно. Я нашел, вылетает. Можешь скинуть что-нибудь с крыши? Тут очень много чего-то модов. Так это хорошо, ну можешь там скинуть, пожалуйста, мне сейчас зомби бегает. Твою мать, он даже попадает. Убей его лучше, убей, мы же с него всадили уже сколько. Дело в том, что внутри кто-то бегает с оружием. Ну да. А ты где сам? Тебя убили? Там челик один на первом этаже, второй в камерах. Блин, а что ж я даже не понял, что вы мертвы. Все, у них самый топовый лут. Мы просто просрали аэродроп. Ну кто знал, что на крышу упадет? Я тебя могу разочаровать, но не такое, чтобы лут был топовый. Ну у них там какая-то снайперка, блин. С одной стороны за лутыш, а с другой стороны этот мегазомби. Я не могу. Давайте дом построим. Тут есть кит-хоум. Построим дом, чтобы можно было уже хоть как-то отыгрывать от дома. Опа, я нашел огромный. Ух ты, отличное место, можно ко мне идти. Тут очень много военной техники. Понял. Начал. Так, я нашел пулемет М249 MLG. О, опа! Патроны. Отлично, я не заметил. Опа, алиспак, мое. А прикинь, на военную базу прийти. Мне кажется, нам на военку надо держать путь, тем более у меня еще патроны есть. Опа, я еще одну локацию нашел хорошую. Получается, тут под мостом у нас челик есть. Идем. Только не челики, а зомби военные. Опа, тут кто-то сдох. И тут калаш. Иди сюда. У меня коробка на 75 патронов. Может, тебе подойдет, проверим калаш. Я даже вижу, я там видел движение на военке. Но у меня пулемет, мне надо именно сближаться. Я буду вас ждать. Пацаны, к нам бегут. Но они уже заняли позиции, нас ждут. Не получится, у нас нет преимущества уже. Предлагаю вообще уйти назад, максимально далеко. И обойти все это через горы. Я никого не вижу, я их потерял. Так, на вышке один, на вышке. Если ты на меня смотришь, левая вышка, Витя. Угу, понял. Так, я поджал к забору, обхожу сзади. Но тут нет входа на военку сзади. Блин, тут беда в том, что на военку нет входа. Надо рубить дерево. Я рублю дерево, чтобы подстроиться. У меня отреспаунился кит и прописал себе еще один кит, чтобы захилиться. У меня 45 хп было. Все, я подстроился внутри. И у меня 5% еды. Мне нужно где-нибудь еду найти. Спасибо. А, они на радио вышки. Оба. Снимать? Да, если можешь, снимай. Ну, неудобно спрятался сейчас. Тогда, если не уверен, то не надо. Ты спалишь нас просто. Если прям уверен, их двоих убить, то снимай. У меня оглушитель. Не, двоих я не убью, у меня 6 патронов. Пацаны, к нам идут челики, я вам повторяю. Стреляй. Я вам говорю, там... Ты же упал. Ранил. Ранил, говорит. Одного убил. Ты пошли на меня, тут куча лута. Да, вот смотри, тут, вот тут валяется. Ой, тебя, да? Да. Можешь похилить меня? Я не могу дотянуться, если я сейчас выйду. Они все. Пулемет скинул, возьми. Давай попробуем. Я убежал. Я попробую, знаешь, что у меня снайперка есть, попробую со снайперки сработать издалека. Может, мне под, как под прикрытием зайти? А, типа свой, я свой, да, ребят. Ну это будет черно очень. Тихо. Ну попробуй. Ребят, вот эспи есть? Так, ну они меня уже нашли. Без шансов просто. Ну они закрепились там, это Андрю. Когда патронов, ни оружия, ничего. Давайте тогда лутаться в другом месте. Самолет, знаешь, самолет летит на военную базу к ним, на крышу. Замечательно, не пойду я туда. Они там всю жизнь будут теперь. Да,
Просто до свидания. Я нашел АК-74. Нашел бронежилет вам. Принесу. Снова пустой, наверное. Ой-ой-ой, контакт. Тихо-тихо. Азимут. Азимут, он прямо около меня. Я его убил. У меня прям куча. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 магазинов полных. Давайте дом построим. У меня очень много лута. Около Владивостока тогда. В Кит-Хоуме дается дом на 1 квадрат полностью. С ящиком. Понятно. Все, я кровать поставил. Это у нас будет комната. Предлагаю кого-то прямо на выстрелы идти. Не лутаться, а попробовать сходить на выстрелы. Вот я что-то услышал выстрел. Как бы ферма, это ферма. Тут чел на ферме. Он, челик, челик. Да-да-да, все, минус. Контакт 95. Совсем рядом, что ли? Блин, я Владивосток хотел посмотреть, тут контакт. Так, подожди, еще вместе сработаем. Около дома. За домом. А их там двое? Да, один в дом зашел, он дверь открыл, походу. Нет, они... Так, одного убил? Минус два. Ровно, я не достреливаю. Ну, я дым кину, что... Хорош. Я тут подарочек у двери оставлю небольшой. Аккуратно не наступите только. Они рашат по берегу. Нормально, пускай они позаплывают, пускай заплывают. Вот дурачки, давай плыви к нам, дурачок. Все, они наши. Грубо говоря, они наши. Просто пускай подплывут, и они нам подарили лут. Все, можно выходить и убивать. Они под водой. Ну и что? Вынырнул. Где он там? Все. Боже, это но... Юл. Это просто сверхразум начал плыть к нам. Я в Владивосток загляну, может там есть какие-то военные объекты или что-то такое. Так, ну я в центре Владивостока, и тут зомбятинка. Кстати, можете прийти пофармить. Еду пособираю, потому что если у меня проблемы, то у вас они точно будут. Опа, магазин оружия нашел. Опа, АКМС нашел. Еще один калаш какой-то. Блин, прикольный полицейский участок. Опа, АЦПшки, нашел АЦПшки немножко. Ой-ой. Близко? Прям наш. Не знаю. Больно. Одного закоца в голову. Давай ты попробуешь дарашить, а я... как бы у меня пушка хорошая. Есть. Ага, за деревом, да. Блин, попал один раз, но очень тяжело. Так, немножко подрашу. Убил. Хорош, все, он был последний, скорее Витя, всего. Витя, ты где у нас? Я очень рядом. Нет! Теперь точно последний. Фу, я думаю, тебя убили. Тут очень много лута. Да. Я, пожалуй, в дом пока что, просто хотя бы скинуть с нее лишнее. Пихни там, отсортируй. Куда там пихнуть, что там пихнуть? Ты видишь, у нас два ящика бирюзового. Я знаю, отсортируй. И еще дальше в этом видосе тебя ждет эпичный контент с базукой, но перед этим я хочу тебе сказать, что на моем втором канале Ковбой вышло новое видео, где кровососы, мертвая поликлиника и многое другое. Я ее слышу, она прям, она жрет где-то. Может, она на потолке? Мировое сообщество беспокоится, что это может усугубить. Ссылка в описании, обязательно посмотри после того, как посмотришь это видео. Короче, моя вылазка закончилась неудачно, меня окружили, уничтожили. Ты внутрь вошел? Ты самоубийца. Я не знаю, что тебе там делать. Ну, ого, ладно, молчим, погнали. Я ухожу, просто ухожу. У меня 0 патронов, теперь я одного убил. Спасибо, что верите в меня. Нету тут лестницы, чтобы... А, нет, есть лестница. Я еще поднимусь, заплыву. Прям в порт. По-моему, пока мы-то работает. По мне. Вот. Блин, тут лестница такая, по которой не забраться. Вот он в этом кирпичном здании слева. Первое окно. Хорош. Там еще один. Понял. На втором этаже, походу. Ай, а, он снаружи здания, скотина! Там этот мега-зомби все испортил. Самолет с провизией летит на военку. О, слушай, так я прибежал на аирдроп. Я успел, смотри. Он его на крышу тоже скинул, ну почему?
Почему на крышу? Блин, знаете, что они сделали? Рубите деревья, не забаррикадировали подъем на второй этаж, не поставили дверь. Надо срубить дерево, чтобы подняться. Надо срубить дерево, вырастить сына и построить дом. Дом мы уже построили. Ого, знаете что? Тут получается в зданиях ночью свет зажигается. Ура, я нашел нож, ножом легче рубить. А я, в общем, срубил дерево, сейчас срублю зомби и поднимусь наверх. Так, отлично, я наверху. Опа, ни одной пушки. Ну, так провизия же. Блин, клево. Есть базука. Так, внимание. О, ребят, ползите сюда. Они тут ящики поставили, а в ящиках-то можно полутаться. Тут еще М249 халявно есть. Нормально тут пацаны базу устроили. Полутали? Да, я с базукой и с пулеметом. Кто стрелял? Кто стрелял? По нам сзади. А он законнектился просто, он вышел с сервера и зашел. Спасибо, чувак. Забавно. Они еще двери еще сломают им. Зомбаки. Да. Они ходят, извиняются. Дайте я с базуки долбану. Давай, выпрыгивай и долбай его около прохода. Хорош. А базука только на один выстрел, на однозарядная. Они рашат меня. Витя, лови. Я... Да, ну пожалуйста, ТПшница на меня. Они со всех сторон прут. Ой. Лутайся как-то по-другому. Полечи меня, если есть дым. Прими ТП, Коля. Хороший. Так, принимаю. Не, у меня нет запросов, пишет. Патронов осталось мало. Их там двое. Убил одного. Есть камень с пушкой на станагах. Нужна пушка лишняя. На. И пушку, и станаги. Смотри, короче, вот этот вот проход, там, где они из окна как-то вылезли один раз. Блин, у меня одиночный режим стрельбы стоял. Обидно. Давай, держись как-нибудь. Кину тебе запрос. Да, я уже все. А, блин. Короче... Я тебе свой ствол просто дропнул. А, блин, я думал, у тебя есть... Я не убил его, потому что одиночный режим стрельбы стоял. Я стрельнул. А, он... Там и нет автоматического. Да? Блин, беда. Ну, в общем, вы два похожих якудзы, азиата. Какие-то азиаты. В общем, давайте прощаться. Спасибо большое за то, что были со мной. То, что смотрели. Вместе со мной еще был Витя, Егор. Помогали мне снимать. Вы можете написать в комментариях, как вам такой контент, когда я играю в команде. Возможно, мы поиграем еще, если, в принципе, будет... Ну, мне очень понравилось играть, на самом деле. Думаю, будет хуже. Мне понравилось. В общем, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Удачи и до скорых встреч.